Здравствуйте, рада приветствовать всех. Я Алена Верхотурова, бренд-менеджер компании ArtLife. И сегодняшняя наша тема посвящена выпуску новинки NewStream «Водная перезагрузка». Сегодня современному человеку некогда заниматься своим здоровьем. Мы как-то вот откладываем поход в тренажерный зал. Сложно начать бегать, пересмотреть пищевые привычки, поменять образ жизни. А проблема нарастает, и время уходит. Возникает некая точка невозврата, а этого бы, конечно, хотелось избежать. Компания ArtLife предлагает на сегодняшний день не упускать время. Была разработана новая аквалиния с продуктом, который позволяет дать возможность организму быстрее в этой ситуации решать проблему, начать, по сути, просто пить воду. Все мы знаем про воду, про ее важность для нашего организма, и поэтому я на этом останавливаться сильно подробно не буду. Основные тезисные моменты. Вода является по большей части основной составляющей нашего организма, потому что как раз на воду приходится более 70%. Без воды мы можем прожить не более 5 дней, без еды для сравнения несколько недель. Ну и, конечно же, это универсальный растворитель, та среда, в которой протекают все биохимические процессы. Вода есть в клетке, за ее пределами. И, конечно же, по большей части во всех жизненно важных органах она содержится в очень большом количестве. Сердце, почки, легкие от 70 и более процентов. Вода легла в основу продукта не случайно. А почему? Потому что мы, в принципе, уже выработали привычку ежедневно пить воду. Но мы прекрасно с вами знаем, что помимо воды в организме есть еще и элементы различные, белки, жиры, углеводы, понятно, а также витамины, минералы и прочие нутриенты. Так вот, вода не закрывает эту потребность, и, конечно, возникает необходимость как-то это компенсировать. По сути, продукт, он закрывает сразу две важных задачи. Первое, это, конечно же, решение вопроса с поддержкой водного баланса, а второе – это нутриентное обогащение нашего организма. Причем за счет того, что мы комплекс растворяем в воде, мы получаем быстрый эффект. Вода как транспортная система доставляет все полезные вещества прямо в клетку и очень быстро активируются те процессы, которым эти элементы нужны. В линейку вошли три продукта. И совершенно не случайно. Индивидуальный подход встал во главе угла. Персонализация здоровья на сегодняшний день шагает впереди планеты всей. И на этом сделан был акцент и компания ArtLife. Каждый человек может выбрать свой вектор функциональной коррекции. Красота, стройность или мобилизация. А основные преимущества всей линейки. Это быстрое действие, оптимальные дозы активных компонентов благодаря выбранной форме продукта. Это стик-пакет, который растворяется в воде. Мы очень быстро получаем готовый напиток. Также здесь нужно отметить кратность приема, удобство применения и приготовления. Готовый продукт имеет нейтральный вкус и запах, практически не меняет своих органолептических свойств. И, конечно же, это индивидуальный подход. Каждый человек выбирает свое направление, свой вектор трансформации. И начнем, я думаю, мы с метаболизма. Вот так вот выглядит пачка. В ней 15 стик-пакетов. В каждом пакете по 5 грамм продукта. Открываем, растворяем в питьевой воде, встряхиваем до растворения и можно употреблять. Объем воды, он подбирается индивидуально. Вы можете использовать этот продукт как обычный БАД, растворить в небольшом объеме, например, в 200 мл воды и принять за раз, либо эту воду распределить в течение дня. Но принцип такой: меняем питьевую воду на умную, соответственно, растворяем в 2 литрах или в 1,5 литрах воды и в течение дня пьем 12 часов, раствор пригоден к употреблению. Основное проговорю, почему метаболизм. Потому что на сегодняшний день очень актуальна одна из тем, связанная со здоровьем, это метаболический синдром. Не самостоятельное заболевание, а некое состояние, которое нам рисует человека с рядом патологий. Это сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца,
это повышенное артериальное давление и ожирение, избыточная масса тела. Есть объективные проявления метаболического синдрома, на которые следует обратить внимание для того, чтобы понимать, есть отклонение от нормы, либо нет в вашем конкретном случае. Абдоминальное ожирение, когда жир скапливается в области живота и в плечевом поясе. И тут мы оцениваем обхват талии. Если это мужчина, то более 102 сантиметров, если это женщины, то более 85. И нужно, конечно, сделать акцент еще на артериальном давлении, которое повышается, верхняя граница нормы будет больше 130, нижняя граница больше 85. Таким образом, у нас уже есть какая-то картинка, от которой можно оттолкнуться. Ну и признаки, они, конечно, субъективные, и их, в принципе, можно спутать с другими проявлениями патологии, но, в принципе, на это тоже следует обратить внимание. Во-первых, это сниженная работоспособность, потому что клетки недополучают энергии питательных веществ, на этом фоне, конечно же, возникает состояние утомляемости повышенной. Появляется некая избирательность в еде, то есть человек предпочитает полезные пищи, сладкое. Нарушение в работе сердца, может повышаться частота сердечных сокращений, может появляться боль в области сердца, связанная с ишемической болезнью. Также нужно сказать про головную боль, общее недомогание и жажду, сухость во рту, склонность к запорам. Лечение метаболического синдрома в первую очередь сводится к коррекции массы тела, то есть мы решаем проблему с ожирением. Конечно, это не один день, а комплекс мероприятий, довольно-таки длительное время. Согласитесь, гораздо проще начать пить воду. И в этом случае очень удачно поможет запустить процессы оздоровления в организме и задать нужный вектор коррекции. Метаболизм, то есть акваметаболизм, аквастики, которые как раз для этого и были созданы. В состав вошли такие компоненты, как экстракт травы таволги. Он содержит богатый комплекс биологических веществ. И особенную ценность среди прочих представляют два алкалоида – глигин и пеганин. Они способствуют синтезу инсулина и, соответственно, эффективному снижению уровня глюкозы в крови. Также вошли экстракт травы худи гордонии. Эта трава богата стероидным комплексом, называется он гликозид P57. Уменьшает аппетит, переключает метаболизм на сжигание жиров. Три минорных сахара. Что такое минорные сахара? Это, ну, их можно назвать незаменимыми углеводами, либо комплексными. Как раз те компоненты, которые мы получаем только с пищей. Они у нас, к сожалению, не синтезируются. А нужны они нам для того, чтобы организм мог построить более сложные соединения, которые участвуют в разных биохимических процессах. Если же этих минорных сахаров у нас в запасе нет в резерве, так называемом биохимическом котле, соответственно, организм их начинает менять. То есть подменяет их на другие, которые находят, и те соединения, которые он строит, уже называются анормальными. Они могут откладываться в стенках сосудов, могут в головном мозге, как амилоидные бляшки. Ну и в силу этих обстоятельств возникают предпосылки к разным воспалительным процессам. Соответственно, очень важно, чтобы минорные сахара поступали к нам с пищей либо в составе комплексов биологических добавок. Более того, ферментная система их не расщепляет, для этого необходимы ферменты, которые вырабатывают бифидобактерии. То есть здесь нужно отдельный акцент сделать на том, что микрофлора, опять, она играет очень важную роль, микробиом кишечника, да, как сейчас это принято говорить. И он помогает организму решать проблему как раз вот с усвоением данных компонентов. Помимо минорных сахаров в комплекс вошли витамины группы В. Мы прекрасно знаем, что основная их функция – это энергообмен. Тут несколько – В1, В2, В5, В6, В7. Все в комплексе, они дают возможность оптимальной работе организма ежедневной, да, и энергозапасу, хорошему, прочному, надежному.
Помимо этого, у нас есть метабиотики. Это ультролизаты бактерии Lactobacillus helveticus и Rhamnosus. Что интересно, да, по поводу них сказать. Они входят в состав микробиома обычно стройных людей. И по вот этим научным данным, доказательствам, мы их решили включить и в данный комплекс. Соответственно, те продукты жизнедеятельности, которые они вырабатывают, они создают оптимальный микробиом в кишечнике человека и запускают процессы, в том числе направленные на сжигание жиров, на коррекцию веса. Уменьшают аппетит в том числе и снижают уровень глюкозы, повышая чувствительность к инсулину клеток. Так, основные компоненты я назвала, остался таурин. Все мы знаем, это заменимая аминокислота, участвует в различных процессах, связанных с торможением и возбуждением, регулирует их, уравновешивает. Но помимо этого есть еще участие в обмене веществ, нормализует, корректирует и повышает уровень энергии, работоспособность и выносливость. Для кого этот продукт был разработан? Для людей с избыточной массой тела, для того, чтобы увеличить эффективность физических нагрузок и диет, для людей с сахарным диабетом 1-2 типа в комплексной терапии мы можем его применять, также для лечения, опять же, в комплексе метаболического синдрома. Помимо этого, коррекция неправильного питания, каких-то погрешностей, ну и просто для ежедневной поддержки оптимальной работы организма. Есть противопоказания. Они, в общем-то, классические, да, как обычно у нас индивидуальная непереносимость, кормление, беременность. И перед применением, так как это биологическая добавка, необходимо проконсультироваться с врачом. Следующий комплекс – это аквамобилизатор. Вот так вот выглядит пачка. Точно так же содержит 15 стик-пакетов. И каждый пакет имеет 3 грамма действующего вещества. Так. Мы прекрасно понимаем, что сегодня современная действительность предъявляет каждому из нас жесткие требования. Необходимо постоянно находиться в тонусе, быть готовым быстро переработать информацию и выдать готовое решение, какой-то результат. Также давит стресс, не все с ним справляются. И для того, чтобы человек был всегда на высоте, компания разработала данный комплекс, который помогает активировать головной мозг и увеличить работоспособность, уровень энергии, нормализовать психосоматическое состояние, то есть в целом привести в норму эмоциональный фон и адаптировать как можно быстрее человека к стрессовой ситуации. И за счет чего мы получаем все эти эффекты? Данный продукт вошел в комплекс из экстрактов копеечника, который направлен на антагонистический механизм действия по отношению к D2-рецепторам. В биохимию тоже уходить не буду, один момент только лишь. D2-рецепторы – это дофаминовые рецепторы, все знают о существовании этой системы в нашем организме. Она отвечает за поведенческие реакции, те или иные. Экстракт копеечника, как экран, отражает медиаторы, и, соответственно, эти рецепторы остаются без воздействия. На фоне блокирования этих рецепторов мы получаем более ровное психоэмоциональное состояние. То есть, соответственно, если человек в силу каких-то моментов, проблем, да, должен принять решение, этот фон уравновешивается эмоционально, и у него появляется возможность сделать это качественно и быстро. Трава мелиссы, всем известный компонент, который уже изучается более 2000 лет. В общем, он давно известен, широко применяется в народной медицине, обладает мягким, успокаивающим действием, расслабляющим. Витамины группы В, также В5, В6 и магний в составе. Комплекс дает возможность также нормализовать передачу нервных импульсов, сокращение мышц, отвечает за уровень энергии, повышает. И в целом за общее качественное психосоматическое состояние.
глицин, L-тианин, тирозин и L-триптофан. Эти четыре аминокислоты относятся к антистрессовым, и основное их действие, конечно, направлено на нормализацию протекающих процессов в головном мозге, торможение и расслабление. Расслабление, торможение и возбуждение. Соответственно, они гармонизируют, и также организм более быстро выходит из состояния стрессовой ситуации, без потерь, можно так сказать. Есть также метабиотики, это ультролизаты Lactobacillus casei, которые отвечают за когнитивные функции. Соответственно, тот набор фрагментов, которые мы получаем, некий коктейль из клеток, самих бактерий, субстрата и продуктов жизнедеятельности, которые поступают, он, по сути, имитирует здоровую микрофлору, здоровый микробиом кишечника. А также в состав продукта вошли адаптогены. Это элеутерококк и радиола. Два этих компонента вошли в оптимальном и эффективном сочетании, а также в выверенных дозах для того, чтобы оказывать те эффекты, которые мы, собственно, от них и ждем. Это адаптация организма к нагрузкам, то есть повышают выносливость, помогают, ускоряют адаптацию к стрессу, ну и в целом помогают организму собраться, мобилизоваться. Для кого данный комплекс? Это люди со сниженной работоспособностью, с хроническим синдромом усталости, либо с синдромом менеджера, люди, которым необходимо сконцентрироваться, то есть работа требует активации головного мозга. Для того, чтобы нормализовать, да, психоэмоциональную устойчивость, разные бывают ситуации, например, элементарная работа тем же менеджером в силу обстоятельств. Вот этим людям мы можем рекомендовать данный продукт, а также в комплексной терапии апатии и депрессии. Противопоказания здесь следует отметить помимо классических проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также прием в вечернее время, потому что раз у нас идет активация работы головного мозга, а также повышение работоспособности, силы энергии, лучше, безусловно, это перенести в первую половину дня. Ну и также перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Переходим к третьему продукту – аквахондра. Вот так выглядит упаковка, содержит 15 стик-пакетов и в каждом по 5 грамм порошка. Так. Что хочется сказать в качестве некой предыстории к этому продукту, актуализировать тему, почему мы его создали. Это, конечно же, структура нашей кожи, которая содержит более 70% воды, и лишь 30% приходится на структурные элементы. Это у нас эластин, коллаген, белки, липиды и прочее. А если мы возьмем мягкие ткани, такие как хрящи, межпозвонковые диски, то здесь необходимо отметить, что воды 85% и структурный элемент составляет 15%. Соответственно, и там вода играет очень важную роль, она практически во главе. И для суставов, что важно, именно вода и гиалуроновая кислота образуют смазочную жидкость, так называемую синовиальную, в суставах, позволяют им качественно работать, оптимально, полноценно, без воспалительных процессов. Когда у нас воды недостаточно и нет каких-то структурных элементов необходимых, у нас происходит очень быстрый износ, возникают патологические процессы, которые в дальнейшем приводят к сбою в работе организма. В частности, да, у нас может быть сухость кожи, ломкие ногти, секущиеся концы волос. Это может быть скрип, хруст и даже боли, да, если это по нарастающей идет. Вот. Данный продукт состоит из тех компонентов, которые комплексно закрывают все эти проблемы. В первую очередь, конечно, комплекс, который нормализует структуру хряща. Коллаген гидролизованный, очень важно, да, мы знаем, что коллаген есть не гидролизованный, есть расщепленный на фрагменты, почему это важно и принципиально, потому что именно такой коллаген встраивается гораздо быстрее в биохимические процессы и закрывает брешь там, где это требуется.
Помимо коллагена, гиалуроновая кислота, биотин, витамин красоты, мы все его с вами прекрасно знаем, и все они в комплексе отвечают за молодость, упругость кожи и за здоровье кожи, волос и ногтей. Комплекс минералов: кальций, магний, марганец, также кремний и водоросли, которые являются органическим источником этих минералов, целого комплекса. Минеральный комплекс отвечает за формирование твердых структур, зубы, кости, также волосы, ногти, обеспечивая их прочность, плотность. Хондроитин, глюкозамин и МСМ, метил, сульфанил, метан, они дают нам возможность решить проблему с костно-мышечной системой, с опорно-двигательным аппаратом. То есть любые отклонения, которые возникают в организме, данные компоненты закрывают. Хондроитин с глюкозамином являются компонентами хряща. Ну а МСМ, он является самым лучшим органическим источником серы, а сера, в свою очередь, отвечает за синтез белка, который идет на строительство хрящей, связок, сухожилий и прочее. Соответственно, не будет серы, а она в большой концентрации содержится также в коже, волосах, ногтях, мозге, у нас будут происходить серьезные сбои в работе всего организма. Ну и, конечно, качество кожи, волос, ногтей будет значительно страдать. Также в состав комплекса входит коготь дьявола или мартиния душистая. Данный растительный экстракт содержит гликозид, гарпагозид. Он способствует снижению в крови уровня мочевой кислоты, соответственно, снижает риски возникновения воспалительных процессов, а также обладает обезболивающим действием. Также в состав комплекса входит эндофульвин 78%, он является источником гуминовых кислот. И все мы знаем, что он увеличивает транспортную способность мембран клеток, то есть проницаемость их, чувствительность к разным питательным веществам. Соответственно, повышает биодоступность всех компонентов, которые вошли в состав аквахондра. Ресвератрол. В большем количестве он, конечно, находится в кожице винограда и является флавоноидом органическим. И основная его функция – это, конечно же, улучшение состояния стенок сосудов. Они становятся более эластичными, соответственно, нормализуется доставка кислорода, и питание клеток, снижается риск гипоксии. Вот. Ну и витамин С, который участвует во всех биохимических процессах, в том числе в синтезе коллагена, и отвечает за наш иммунитет, повышает сопротивляемость организма ко всем инфекциям. Для кого разработан данный комплекс? Конечно, это в первую очередь поддержка опорно-двигательного аппарата. Если есть высокие физические нагрузки, интенсивные, мы можем его добавлять, например, к тренировкам. Также это красота кожи, волос и ногтей, антиэйдж-терапия. Это ломкие ногти, например, секущиеся концы волос. Пожалуйста, также можно добавлять. Ну и в комплексной терапии каких-либо дегенеративных изменений костно-мышечной системы для повышения гибкости в том числе и эластичности связочного аппарата. Так, противопоказания те же самые классические, ничего у нас не поменялось. И перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ну вот, про все мы комплексы с вами поговорили, основные компоненты я тоже рассказала. Конечно, более подробно сможете почитать на нашем сайте в описании, также лендинг есть и вся другая необходимая информация, ознакомиться поподробнее. Если будут какие-то вопросы, оставляйте в комментариях к данному видео, и мы обязательно на них ответим. Всем спасибо за внимание, до свидания.